волшебник. Ну давай, открывай. Ну давай, давай. Жил-был один принц, ему захотелось жениться только на самой настоящей принцессе. Ты слышишь? Конечно, слышу. Какой красивый принц. Давай дальше. Он объехал весь свет, чтобы найти себе невесту, но так и не нашел. Принцесс была сколько угодно. Сколько угодно, да? Да. Но он не знал. Никак. Не мог узнать, настоящие они или нет. Или нет. Дальше. Им чего-нибудь не хватало. Всем им чего-нибудь не хватало. Давай дальше. Давай дальше. А? Давай дальше. Ну, давай. Вот-вот. Оль, смотри. Давай по порядку. Ну, Оль, а потом все покажу. Давай. Вот уже принц вернулся домой, огорченный. Ему захотелось найти настоящую принцессу. Принц. Принцесса. Принцесса. Дальше. Вот. Хорошо. Молодец. Читай. Давай дальше. Давай, давай. Однажды вечером разыгралась непогода. Дождь гремел. Вот. Гремел гром, как стекала молния. Дождь бил как из ведра. Как из ведра лил дождь. Как из лужа. Тик-тик-тик. Много луж такая, да, идет. Кто-то идет. Давай дальше. Кто-то идет. Похоже на принцессу. Да, похоже. Давай дальше. Ты же лучше так наклони. Давай вот так наклоним, давай. Вдруг кто-то постучался в городские ворота. Стал король, пошел отпирать. Отпирать, да? Да, все правильно. Вот, теперь вот. За воротами стояла принцесса. Ой. Не-не-не, вот. Но? Ну, боже, в каком она была виде? Вот. Туфли. Потоки. Потоки воды. Стихали волосам и платью. На носков. Носки. Из туфель. И вытекали из-под рукав. Каблуков. Еще уверяла, что она настоящая принцесса. Угу. И она уверяла, что она настоящая принцесса. Вот. А, это принцесса. Ну, давай дальше. Телефон. Давай. Давай. Ну? Оля, читай. Ну? Уж вы... Это уж... Мы проверили. Подумала, старая. Старая? Старая. Кто старая? Старая. Кто старая? Королева.